Недавно Великобритания признала геноцид армян, буквально пару дней назад. Как вы скажете, что бы вы сказали, как это скажется на обстановке в регионе? Исторический такой инструментарий есть, вот, который можно использовать в определенной там политической или геополитической ситуации. Как только вот сегодня очень запутанная ситуация с Турцией. Турция уходит от Запада постепенно и идет в исламский мир, возвращается в свою цивилизацию. Турция сегодня контролирует важнейшую территорию, и проливная зона, и в целом вот зона между 30-40 широтами, градусами северной широты, признана американцами как важнейшая для установления мирового господства. Вот. И поэтому Турцию будут раскачивать, вот, чтобы дестабилизировать ситуацию. Вот. И, конечно, мы не исключаем, что Турцию ждет судьба Югославии. И, естественно, турецкая элита, понимая вот эти все процессы, пытается найти некие такие вот, знаете, стабилизирующие аргументы. И вот здесь попытка улучшить отношения с Россией, и особенно по трубопроводному транспорту, вот идет. Попытка, значит, через Россию, значит, установить добрые отношения с соседней Арменией и не вмешиваться в этот карабахский процесс и так далее. Вот. Ну, поэтому вот этот инструмент, чтобы вбить, как бы, ну... Так все-таки для Великобритании это решение было политического или же скорее исторического характера? Это чисто политическое, это просто исторический аргумент, он для нынешней политической ситуации используется, и все. Вот вбить клин между Турцией и Арменией, за Арменией стоит Россия, значит, осложнить отношения с Россией и так далее. Вот не допустить некоего такого альянса между Россией и Турцией. Вот и все. Спасибо большое.